Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Получил сегодня посылочку, а в посылочке содержимое то, что я выиграл в конкурсе ВКонтакте в одной из групп. Но сейчас я вскрою эту посылочку и там поподробнее все расскажу. И заодно вы увидите, что в ней находится. Чтобы не шуршать, вскрытие произведу за кадром и уже включусь после того, как открою. Вот, друзья, вот такого вот красавца я получил в посылке. Королевский тигр от фирмы Мэнк. И выиграл я его в группе ВКонтакте. Группа называется «Стендовый моделизм. Матчасти технологии». Ссылочка группы будет в описании под видео. И что хочу сказать. Участвовал первый раз в подобных конкурсах. Ну, раньше до этого участвовал, не выигрывал. Тут решил еще поучаствовать, ну и выиграл данную модель. Конечно, раньше я не верил в эти выигрыши, но тут как бы очень приятно получить, выиграть. Сейчас на этом канале проходит, точнее в этой группе проходит следующий конкурс, конкурс по современной технике, месяц современной техники, СССР, Россия. Так что заходите, вступайте, регистрируйтесь. Можете тоже выставить свои работы, поучаствовать. Может, и вы выиграете, вам повезет. Я уже на себе проверил, что выиграть реально. Партнер группы магазин «Плацдарм» и предоставил приз для группы тоже магазин «Плацдарм». И еще хочу посоветовать вам канал Димы Жукова. Канал называется «Дима. Память в миниатюре». Как бы парень старается делать модели, снимает видео. Заходите, кому интересно, регистрируйтесь, поддержите канал. Вот, сейчас посмотрим, что в коробочке. Я еще не заглядывал. Все упаковано в отдельные пакеты. Разберу, посмотрю и скоро сделаю обзор на канале под данной модели после того, как изучу литники более основательно, чтобы вам рассказать. Точеный ствол. Это уже радует. Ну вот, в целом, такую посылочку и такой подарок, точнее приз, я получил от группы, за что огромное спасибо организаторам, тех, кто судил данный конкурс, судьям. Всем спасибо. Спасибо Диме Жукову. Он инициатор конкурса, как бы и автор группы. Ну все, друзья. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким.